Лаконично. Юлия Королева, Либеральная партия Украины. Я из Киева, живу там 6 лет и никогда не хотела в Москву. Не было даже... Никогда. Меня перед встречей спросили, почему вы приехали. Вы фанка Портникова? Я сказала, нет, я фанка Украины. Вот, поэтому я думаю, что, может быть, хватит уже векторы расставлять в разные стороны. Давайте будем концентрироваться на том, что Украина – это и есть Украина, к которой мы хотим стремиться и должны стремиться. Нас должны интересовать интересы именно Украины и именно людей, которые составляют основную часть гражданского общества. То есть в самой основе мы должны думать о том, как сформировать сознание у тех масс, менталитет которых нам не нравится, и кто же ее будет, кто же этот менталитет будет формировать, если не интеллигенция, которая, собственно говоря, и есть соль земли, да, соль земли. Ну, соль земли – это, может быть, народ, а интеллигенция формирует мысли, форму мысли народа формирует. И вот есть такое высказывание: «Не смотри сверху вниз, если только ты не хочешь протянуть руку для того, чтобы помочь подняться тому, на кого ты смотришь». Вот мне кажется, нужно интеллигенции не опуститься до уровня народа, а поднять его к своему уровню. Но для этого нужно посмотреть вниз на народ. Вот. И... Думаю, что вот именно эту критическую массу вы и формируете. Но сфера, о которой говорил Вернадский, все знакомы с этой идеей, да? Вот. Хорошо, спасибо за внимание.